Пьяный автолюбитель насмерть сбил человека. ДТП произошло 16 ноября на перекрестке улиц Томская и Пензенская. Момент аварии запечатлели камеры наблюдения. Несмотря на темное время суток, на видео отчетливо видно, как Нива Шевроле на большой скорости буквально сметает одного из пешеходов. От полученных травм 35-летний пострадавший скончался на месте. Виновника трагедии задержали очевидцы. Владелец Нивы пытался убедить дорожных полицейских, что за рулем находился не он, и что его в автомобиль вообще угнали. А в момент аварии он и вовсе был на работе. Машину поставил я около часы, без 28.00, и был на работе. Употребляли спиртные напитки? Нет. Сейчас вот перевел. Когда к вам шел, сказали знакомые, говорит, ваша машина стоит там и там. А вот чтобы поймать еще одного подозреваемого в смертельном ДТП, полицейские объявили план-перехват. Авария произошла утром 18 ноября на улице Танкистов. Автомобиль Nissan Murano сбил пешехода. 28-летний пострадавший получил травмы, несовместимые с жизнью. Виновник с места аварии скрылся. В результате спецоперации через несколько часов подозреваемый был задержан. Им оказался 39-летний саратовец. Как выяснилось, погибший был руководителем академического хора и бардовского ансамбля «Меридиан» Поволжского института управления имени Столыпина. Соответствующая информация появилась на сайте вуза. У погибшего остались беременная жена и 5-летняя дочь.